Ребята, всем привет, на связи Игорь из Ультравыхлоп. Мы сегодня делаем Mercedes, Цешка к нам приехала новенькая. Здесь мы будем устанавливать вакуумную заслонку. Ребята, пока ковыряются в капоте, я вам расскажу, какие работы мы сделали. Мы удалили штатный резонатор, поставили вместо него более прямоточную версию, для того, чтобы звук был более благородный, но вместе с тем не слишком кричащий. Почему спортивный резонатор? Потому что с владельцем мы решили, что просто трубы будет недостаточно, так как будет слишком сильно орать машина, будет некомфортно ездить из-за гула и лишних вибраций. Собственно, сейчас мы заканчиваем работу, обязательно зацените, что у нас получилось. Поставь лайк или дизлайк и напиши в комментариях, как тебе выхлоп. Rap like I don't care, I'm red on that cafe, high on welfare, cross it shaking, cause you fake it. Talk like I'm in it, my brother stay when I repent for my sin and then back to these women. Walk like I'm dying, please give me a coffin, I'm coughing from pollen. If you from Georgia, you know what I'm talking. Rap like I don't care, I'm red on that cafe, high on welfare, cross it shaking, cause you fake it. Talk like I'm in it, my brother stay when I repent for my sin and then back to these women. Walk like I'm dying, please give me a coffin, I'm coughing from pollen. If you from Georgia, you know what I'm talking. I'm in the metals, living metal, getting fucking halos on my little medals, filling my rage. Took some time to be more than I am. Fire from heaven, I sick to the skies. Young in my 20s, I'm gifted, I'm wise. Blade in my arm when I ride in disguise. The lure in my seat when I ride. Выхлоп понравился. Приехал к ребятам в ультра выхлоп. Понравился подход. Ну, от начала и до конца. В Инстаграме все объяснили. Приехал, попробовал. По цене сказали, что будет недорого попробовать. Ну, соответственно, я собрался, приехал к ребятам. Сделали мне, как именно мне надо. Соответственно, поменяли на спортивный резонатор. Да. Ну, как видите, я не очень разбираюсь, но зато ребята разбираются получше меня, поэтому я к ним и приехал. Поэтому все меня устраивает. Обращайтесь к ребятам Ультравыхлоп.